красавица молодая идет на заработки в ночь, пока поэты голодают, пойдите прочь, пойдите прочь. Это я как Пушкин издавал Бельсенева. Итак, в тиши Михайловских дубрав. Не верь, что нет давно поэта, не умер Пушкин, жив и здрав. Его я видел этим летом в тиши Михайловских дубрав. Он ехал тропкою лесною, неспешной рысью на коне, и, поздоровавшись со мною, с улыбкой доброй молвил мне: «Ступайте, сударь, той дорожкой, она вас выведет к сосне, где все усыпано морожкой, нет этой ягоды вкусней». И вдруг, подобно невидимке, коснувшись просеки едва, исчез поэт в туманной дымке, лишь тихо вздрогнула листва. О, сердцу милые опушки, родной предел в оправе нив, все это Пушкин, это Пушкин, и значит, жив он, значит, жив